Здравствуйте! Греция в следующем месяце досрочно погасит долг перед странами еврозоны размером 5 миллиардов 300 миллионов евро из первого транша финансовых дотаций, выданных для спасения страны от банкротства. Страна надеется повторить этот шаг в следующем году, сообщили агентству Рейтер представители Министерства финансов. Еврозона и Международный валютный фонд предоставили Греции более 260 миллиардов евро во время долгового кризиса, начавшегося в конце 2009 года и длившегося 10 лет на условии введения жестких мер экономии. Срок действия третьего транша дотаций Греции истек в 2018 году. Перед кризисом расходы греческой казны превышали доходы на невиданные 11%. То есть, без кредитов она бы разорилась. Несмотря на значительное улучшение финансового положения, у Греции по-прежнему самый высокий государственный долг в еврозоне –